синее поле у нас под ногами, синее небо сияет над нами. Футбол — наша жизнь, игрою живем, в тренера верим, к победе идем. Игре себя отдадим сполна, команда у нас на всех одна. Мегасфера, нам победа нужна, мегасфера. Чего стоит, на поле увидим, болельщиков не огорчим, не обидим. Командой гордимся, верим, Бог с нами. Непобедимой командою станем, и где себя отдадим сполна. Команда у нас на все равна. Медсфера, нам победа нужна, медсфера. Уважаемые болельщики и участники соревнований, Московская Федерация Футбола рада приветствовать вас на первенстве Москвы по футболу среди команд спортивных школ второй лиги. Напоминаем вам, что в соответствии с законом о болельщиках на матчах под эгидой Московской Федерации Футбола недопустимы нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательством России предусмотрена административная ответственность. Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации Футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии судей по футболу. Вот это! Я тебе там еще... С увеличенными этими... Один! 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 Один!
Начался матч между командами «Мегасфера» и «Авангард». Играют ребята 2006 года рождения. Прослушайте составы играющих команд. Команда «Авангард». Играет черный команд. Георгий Морозов, номер первый. Константин Таромыко, номер пятый. Владислав Головачук, номер шестой. Егор Бакушев, номер девятый. Денис Беликов, номер десятый. Алексей Дубровин, номер 17. Кирилл Завьялов, номер 20. Михаил Федоренков, номер 21. Сергей Орехелковский, номер 28. Даниил Шапошников, номер 37. Илья Гусаров, номер 69. Запасные. Денис Ялунин, номер 7. Александр Братинский, номер 19. Евгений Москаленко, номер 23. Тимофей Кузнецов, номер 31. Максим Гроздов, номер 92. Тренер команды Квич Дмитрий. Команда Мегасфера. Играет белый форме. Арсений Моисеенков, номер первый. Василий Артюхов, номер шестой. Римас Керимов, номер седьмой. Никита Богуславский, номер восьмой. Курманбек Мадарипов, номер девятый. Тимофей Казак, номер 18. Илья Пашков, номер 22. Кирилл Пан, номер 34. Олег Подгузов, номер 77. Антон Симонов, номер 84. Илья Гущин, номер 88. Запасные. Арсений Друзенко, номер 3. Павел Киселев, номер 4. Константин Марин, номер 10. Даниил Белорский, номер 11. Тренер команды Каратаев Игорь Вячеславович. Хорошо, сели! Сели! Попробуйте среди! Казак, открой! Помоги, бегай, бегай! Судейская бригада. Помощники главного судьи Дмитрий Комаров и Ал Остамонов. Главный судья матча Михаил Мицев. Yeah.
Счет матча между командами Мегасфера Авангард открыт. 1-0 повела команда Мегасфера. Гол забил Илья Гущи, номер 88. Удар нужен, удар!
Thank you.
Кирилл, в нападении, Кирилл. Come on.
Стой!
Thank you.
Изменился счет матча между командами «Мегасфера» и «Авангард». Счет стал 2-0 в пользу команды «Мегасфера». Гол в ворота команды «Авангард» забил Константин Марин, номер 10. Давай!
Oh!
Слепой совсем стал, понимаешь? Yeah.
Изменился счет матча между командами «Мегасфер» и «Авангард». Счет стал 3-0 в пользу команды «Мегасфера». Гол ворота команды «Авангард» забил Константин Марин, номер 10.
Один!